Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша. Я придумал довольно-таки интересную вещь. Давайте про нее расскажу. Поехали! Собственно, я составил расписание для своего канала. Каждый день будет выходить видео на определенную тему. В понедельник это будет видео, посвящено монтажу в программе Final Cut Pro. Это будет необычное видео, например, как перетащить дорожку с проекта на таймлайн. Это будет видео, например, многокамерный монтаж, что-то в этом роде. То есть тот человек, которому интересен Final Cut, будет заходить в понедельник и смотреть свежий выпуск. Во вторник я решил предоставить выбор вам. Пишите в комментариях, что бы вы хотели смотреть, и, собственно, там и обсудим и решим, что же будем снимать во вторник. В среду это будет обзор каких-нибудь гаджетов или аксессуаров, которые я буду брать у магазина iStudio. Это будут какие-то новинки или просто прикольные аксессуары. В четверг это будет обзор приложения. Это будет либо топ бесплатных, либо топ App Store, либо просто прикольное приложение, про которое стоит рассказать. В пятницу это будет подкаст в iTunes. Будем обсуждать новости Apple за неделю. Будем обсуждать новости и технологии. Поэтому подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, который так и называется Данила Кулеша. В субботу я решил себе сделать выходной. Все-таки отдыхать тоже надо. Но в воскресенье уже по традиции в 6 часов утра по киевскому времени свежий выпуск новостей Apple. Если вам нравится данная идея, тогда ставьте лайк этому видео, и когда видео наберет 50 и больше лайков, собственно, будем действовать по этому расписанию. А на этом все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр, пока!